Новое видео выходит каждый день в 20:00. Всем привет, с вами я, Сансет. Сегодня мы будем разоблачать лицемера Ангела Коса. Извини, секундочку. А, наркотики, люблю наркотики! Я буду разоблачать Ангела Косада буду разоблачать сегодня я. В общем... Я разоблачу Ангела Косады сегодня. Вы понимаете? То есть, я помню, вот он что-то про Аврору говорил. Я ж главный, я как только ролик увидел, я сразу страйк кинул. А почему я страйк? А потому что, ну он мне кто? Он мне кто вообще, вот этот Ангел Косада-то? Я с ним за одним столом. В одной школе я с ним учился, может быть. О, Герыч. Я с ним, может, в одной школе учился? Нет. А почему я страйк ему не могу? Он же про Аврору такое говорил. Понимаете, то есть я его сливать сейчас буду, вот сейчас начну. Вот вы понимаете, то есть он там про Брайана Фьюри что-то говорит, что он продажный там, так далее, что... А вот он, как ему хотелось, выставил-то все это. Все это вот он, как ему хотелось, выстрелил, понимаете? То есть, Брайан Фьюри, он не виноват. Он не виноват. Брайан Фьюри-то, он не виноват, понимаете? То есть, он говорит, что на Аризону-то из-за лагов, там чекпоинты просто не отрисовывались. Он пошел, понимаете? То есть, ну почему мне никто не верит? На наркотики. Наркотики. Ангел Коса, я тебя сливаю, Ангел Коса, да видишь, чувствуешь? Сливаю я тебя, понимаешь? У меня пруфы есть. Подговорил там еще вот этого своего дружка какого-то. Брайан Фьюри-то он меня не подговорил, нет. Ой, на наркота. Ой. Ну, в общем, Ангел Косада, ты слит. Ты лох. В общем, проверяйте все факты, информацию, все. Я не буду ничего проверять. Ой, наркотики, о. Всем пока, с вами был Сансет.